розовые, платье. Как будто к нам вышла девушка из цветочного магазина. Ткань очень тонкая, дышащая. Прекрасный наряд для лета. Молодой человек в шикарном костюме. Да. Юбка с футболкой и ветровка. Если вдруг пошел дождь, то девочка легко может накинуть эту ветровку себе на плечи. Легким движением руки брюки превращаются в брюки, в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неудача. Очень далеко. Я могу их рядом, просто на одном хвосте. Как хотите, это ваше просто, видение. Просто вот так. Смотри-ка. Поставить. Действительно похоже. Вот лицо и грушам. Вот это я уже нарисовала. Вот он. Ага. Ромашки. Вот высохнет и белое будет прям видно. Здорово. О, прямо рябиновые листики. Листочка. Класс. Рисуйте, рисуйте, как вы только можете. Рисуйте, рисуйте, как видите вы. Солистская песня. Мама, когда ты пела? На любовь не поддается никакой монеты. Чтобы ее купить, восьма чудо света нельзя. Ой, я не помню. Если сердце верит, дар оно дается. Но любовь нельзя купить. Она не поддается, не поддается. А я себя снимаю на тебя. Да? Я на утро после премии, вот видишь, вот так что не тебя я снимаю, а себя. Ну что? Что, деточка? Это кто там смеется? А что, мне весело? Тебе весело? Мама говорит, бред. Тебе весело? А Гарри исполнит какой-то танец? Да. Вот такой номер. Калинка. О, классно. Молодцы. На велосипеде тоже держите равновесие, чтобы не упасть. Ну, там тоже лучше, а там поуже, чем. Хотя...
Ничего, научитесь. Вот вы мои маленькие такие, пусть пойти. Хвостите. Стоп. Я говорю, стоп. Я стою. Стоп. Молодец. Все, мамочка, пока.